Всем снова привет. Сегодня воскресенье, 11.10. И я снова на барахолке. Правда, в этот раз решил зайти с конца. Как раз там мне обещали, что сегодня, воскресенье, принесут кассеты. Сейчас 9 утра, вот и посмотрим. Держал свое слово продавец или нет. И да, сегодняшний бюджет у меня, как и вчера, ограничен 300 всего лишь. Поэтому не надо мне писать в комментах, а почему ты не купил то или иное. Да потому что денег нет. Средний мой бюджет при походе на барахолку 300-500 рублей, не больше. Такие дела. Прибарахлился, двигаюсь дальше. Как некоторые из вас и предполагали, день был удачным. Продавец держал свое слово и действительно принесла кассеты. Я с ней договорился на следующей неделе, чтобы она принесла еще то, что у нее еще есть другие. Кассеты есть, но у меня бюджет. Все. 100 рублей осталось. 26 кассет. Купил за 200 рублей. Поэтому сейчас быстренько еще пробегусь. Но скорее всего ничего больше покупать не буду. Вот так.